Болтун – находка не только для шпиона, но и для дорожного полицейского. Любителей поболтать по телефону за рулем сегодня в ходе рейда вычисляли и штрафовали сотрудники ГИБДД. Оказалось, что любители делать несколько дел одновременно и управлять транспортным средством, и разговаривать по мобильному очень много. В прошлом году было поймано и обезврежено 337 нарушителей этого правила дорожного движения. Такие нарушения, они действительно достаточно часто встречаются. Если говорить о статистике, то за 7 месяцев этого года сотрудниками отдельного батальона было выявлено 167 нарушений, связанных с переговорами водителей по телефону без использования специально-технических устройств, и были составлены административные материалы. Этот разговор по телефону может стоить автомобилисту очень дорого. Согласно статье 12.36 Кодекса об административных правонарушениях, болтунам полагается штраф в размере 1500 рублей. Согласно правилам дорожного движения, человек, отвлекающийся от дороги на мобильные устройства, звонки или смс-сообщения, представляет потенциальную угрозу и может создать аварийную ситуацию. Для любителей решать вопросы, не вылезая из авто, есть специальные технические устройства типа hands-free. Главное, чтобы водитель держал руль обеими руками, то есть если у него есть специальное устройство для телефона, которое вставляется в ухо, он может вести переговоры. Но главное держать руль двумя руками и следить за обстановкой. Попутно сотрудники дорожной полиции выявили еще несколько частых нарушений ПДД. Одному водителю пришлось избавиться от тонировки, два других получили штраф за то, что ехали, не включив ближний свет фар. Водитель автобуса заплатит за перевозку пассажиров на технически неисправном транспорте. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.